И к первой теме. В Якутии продолжают тушить лесные пожары. Их общая площадь составила больше 24 тысяч гектаров. Космический мониторинг показал, на территории республики действуют 9 термоточек. Огнем охвачены лесные массивы в Мирнинском, Нюрбинском, Сунтарском, Хангаласском, Аймиконском, Тампонском, Усть-Майском районах. В Ленский район запах дыма попадает из соседней Иркутской области, где огнем охвачено больше 35 тысяч гектаров леса. На территории Мирнинского района на расстоянии 26,7 километров от населенного пункта Светлый в настоящее время природный пожар локализован. Проводится окарауливание силами республиканских огнеборцев. В настоящее время на территории Ленского района действующих природных пожаров нет.